Так, это у нас дождики. Краники, дождики, цок-цеш. Людей снимать нельзя, поэтому людей я не сниму. Ну вот краны всякие. На любой есть. Цок-цеш. Андрюшка, ты там польский не забыл? Поддончики под душевые вон висят. Кабины. Какие хочешь. Нам эти офисные варианты, нам эти отельные не нужны. Это тоже не хочу такой. Нам там ванна становится. Мы все перекрутили, все перевертели, все переделали. И там от окна до этого 1,20 м, это ни о чем. Нам не станет там эта кабина, а получается внутри чаша будет 90. Это вообще ерунда. Поэтому решили сделать вот такую вот ванну. Вот. Вот это вот, которую мы хотели сначала. Она нам не становится. 1,5 м не становится. Как заходишь сразу, чтобы она стала возле окна, по стене окна, она не становится. А 120-ка, она маленькая. Здесь ее даже на витрине нету. Поэтому зачем нам мучиться? Мы заходим по правой стене, где гжейник, поставим ванну. Вот.